Мы получили ответ от Государственной жилищной инспекции Рязанской области. Есть как хорошие новости, так и плохие. Например, плохая заключается в том, что дом номер 11 по улице Юбилейная в городе Рыбное отсутствует в реестре лицензии какой-либо управляющей организации. Есть и хорошие. Хорошее и самое главное заключается в том, что отсутствие дома в этой самой лицензии ни на что не влияет. По словам юристов, важно то, что дом по постановлению номер 494 от 15 декабря 2021 года передан под управление ООО «Единая управляющая компания», хоть и временно. Жильцы уже вправе требовать от управляйки исполнения ее прямых обязанностей, невзирая на то, что ранее эта самая компания от дома пыталась отказаться. Я замдиректора, и вам хочу сказать следующее. Этот дом не включен в лицензию управления многоквартирными домами управляющей компании «Единая ОК». Я не знаю, почему все обращаются к нам. Да, был прецедент, но это незаконно. Мы опротестовали данное постановление. Дома не включены в лицензию. Поэтому управлять мы ими не можем. У нас даже нет такого права. Если управляющая компания свои прямые обязанности не исполняет, то жильцы могут уже обращаться в надзорные органы или в суд. Есть еще один вариант решить жителям дома в Рыбном проблемы самим, что называется сброситься и вызвать мастера для текущего ремонта. Выбор только за ними. При этом стоит помнить, что управляющая компания временная, а администрация Рыбновского муниципального района ищет уже новую, чтобы заключить договор на управление домом. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».